я не вижу. Ни тех, ни тех. Но правда, без 10 заканчивают в 2 часа. Yeah.
Петьку Николая, не вижу Кристиана, не вижу Андрея якобы. Каждый день.
Так, не вижу Андрея, не вижу Гыску Николая, не вижу Кристиана, не вижу Андрея я тому.
сейчас. Так, сейчас. Готовы? Аджима. Пошли. Кувырок вперед. Быстрее. Репиди, репиди, репиди. Оп. 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 За коленки встаем. Оп. Оп. Репиди, 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 репиди. Не останавливаемся. Репиди, репиди. Максим, кто твой там? Пошли, 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 пошли. Так, Руслан, стой. Пошли, 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 пошли. Так. Сейчас,
Все, Макс, вас снимает камера. Так, здесь. Так, не вижу Андрея. Не вижу Гыску Николая. Не вижу Кристиана. Не вижу Андрея, по-моему. Маха ногами.
Я не слышу. Счет не слышу. Руслан. Руслан, я счет не слышу. Уму, двое, три, пат. Уму, двое, три, пат. Пожалуйста. Как можно быстрее? Это не гимнастика, где красиво надо делать. Надо сделать быстрее, чтобы размяться. Так, у нас есть Руслан, у нас есть Виктор. У нас есть Виктор. 4 человека. Смотри, что с коленами, чтобы колено не было, чтобы нас обладали. Лягушковое упражнение для лягушек. Смотрите, там разница.
начинается, много девочки говорит. Сейчас. Готовы? Хаджиме. Пошли. Кувырок вперед. Быстрее. Репиди. Хоп. Хоп. За коленки встаем. Хоп. Репиди. Не останавливаемся. Репиди. Максим, что ты там? Пошли. Так, Руслан, стой. Пошли. Так. Вика, хоп, сюда. Мак. Один. Пошли. Пошли. Быстрее. Репиди. Быстрее, Леся. Разговариваешь быстро, как в кувырках медленно. Сядь пока. Пойдем, как лезть тебе надо. Аджина, пошли. Толкаемся ногами. Хай. Толкаемся печорами. С ногой так или нет? Нет, не надо так, толкаемся. Бежим двумя ногами, толкнуть. Давай. Не здесь, а тут сразу бегать чуть-чуть. Два шага. С той стороны. Вот так. Олеся, не останавливайся и толкайся. Ноги лови. Не получается. Ну ты вот так делаешь. Я покажу, что получится. Не надо так говорить. Получается. Хаджа, пошли. Ноги не сгибайте в колени. Печуари какие должны быть? Прямые. Ай. Олеся, руки не прямые, ручки согнутые. Хорошо. Стоп.
Еще раз. Руслана сделала кувырок? Если она не ушла, вы не делали. Значит, Руслана, ко мне. Готовы? Да. Аджимен. Четко. Сейчас, одну секундочку. Опять. Ожидаться. Ушли сверху. Макс, можно тебя на секунду? Да. Ожидаться. Отсюда. Пока не надо до сих пор. Так как это делать. Выбегаешься раз, секунду. Хорошо? Вот посмотрите, как Максим делает. Смотрите, он разбегается. Оп, хлоп. И делает кувырок. Понятно, да? Ставим. Дай перчатку ему. Вадим, отдай ему перчатку. Хаджимен, пошли. Ай, Репиди, что мы сидим? Все? Можно снять кимоно? Давай. Нет, кимоно нельзя снимать. Ну, все видели. Ну, Андрей, давай, Андрей. Вот, молодец, умница. Вот так. Очень быстро не надо. Вот, молодец, умница. Олеся, все хорошо, мы как в конце ноги попадаем. Просто садись, все. А можно ли через боку не делать? А можно еще махать? Нет. Да! Еще. Все получилось, да? Тащи, да, тащи на себе, к себе, еще. Еще. Вот так. Готовы? Хай. Пошли. Вот. Пошли. Ноги. А можно еще? Пошли. Олеся, колени не забывай. Тихо. Руслана, Белка, смотрите,
прыжками так. Раз, раз. Ближе сюда. Три прыжка и кувырок. Раз, два, оп. Вот сюда. Просто не с места, а чтобы немножко вперед. Еще раз покажи. Прыгай вперед. Вот так, пошли. Три прыжка. Нет, не здесь, отсюда. Вот отсюда. Давай. Прыгай. Хоп-хоп-хоп-хоп. И двумя ногами. Опа. Пошел. Пошел. Прыгай. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Вот так. Давай. Хорошо. Просто делаем, как делали. Делаем, как делали. Двумя. Чего? Да. Можно, но больше нельзя будет. Можно, но потом все. Делайте как раньше, здесь прыжок. Да, вот так, хорошо. Нет, прыжка, прыжка. Два прыжка. Прыгай, прыгай. Оп! Оп, видите, она сильно прыгает. Так, стоп. Помогай мне. Так, можно сидеть. А я нет, без прыжков, просто разбегаешься и прыгаешь. Вот так, сюда. Не прыгай, не прыгай, не прыгай. Просто разбегаешься и все. Просто лежишь и все. Вот так, хорошо. Молодец. Не прыгай. Вот так. Вот умница, Адрина. Вот. О, молодец, умница. Получается, получается. Ты просто забываешься. И молодец. Вот и дед Ваты прекрасно. Они футболисты, борцы, они. Ну? Нет, это отдельно. А ты, Петя, ты иди.
Просто делаешь. Не надо раздвигаться, я не буду. Так. Максим. Петя, иди сюда. Тихо. Вот здесь становишься. Вот так. Лицом куда? Вот сюда. Инверс. Инверс, инверс. Вот так. Ой, Макс, я тут вижу. Ой, ты. А тут коли. Возьми пачку. Смотри, ты можешь. Старший мокрый. Вот так. Понятно, да? Молодец, Марк. Значит так, сейчас вы положили перчатки. Смотрите внимательно, что сейчас делаем. Садитесь туда. Значит, Руслана Вика ко мне. Петря Михайлович, пожалуйста. Петря и садитесь сюда. Мы своем девочке сюда. Чуть-чуть. Расстояние. Расстояние через это. Через это. Послушайте внимательно. Я поставлю, смотрите. Посмотрите, я поставлю одного туда, одного туда, одного туда, одного сюда, одного сюда. Подходит вам, там два человека, где-то по одному, значит, исследование. Сзади, раз. В другую сторону, два. Дальше, бросок через бедро в одну сторону, подняли аккуратно и бок, не вперед. И в другую сторону, уходит следующий. То есть вот эти четыре броска делаете только вы. Так, Максим, туда. Петя, туда. Руслан, вот так. Значит, еще раз. Вам делают бросок. А рука или на инде стынга, дряпка. И на бой стынга, дряпка. И уходите. Так. Так. Так, идешь к Вике. Давай, ну, один. А если я скажу к Вике, ты тоже скажешь шуму. Скажу Максу, ты тоже. Кому хочешь? Кому выбирать? Оставайся. Все, вы остаетесь там. Так. Ты идешь сюда. Ты, Петя, он вообще не повторяет на него. Он работает не умеет. Сзади только. Я сказал, сзади у нас вправо, влево, бедро вправо, влево. И так, чтобы не ударили. Девочки, первый пальчик, ко мне. Стоп. Ко мне. Олеся, сюда. Вы вдвоем там. Хорошо. Ксения Александровна, попросайте. Значит так. Нет, не надо отнимать. Сюда. Нет. Все туда. Все, Сереторий, сколько раз? Все, отнимай. Ты делаешь 4 броска, потом берешь другого. Сколько раз? Как можно больше. Делай броски, стык, дряпку, через бедро, это потихонечку все время. Коля, держи сюда. Да, и положи. Пошли, бросай. А я выведение делал? Нет, выведение. Ну, делай за шею и просто говори. Дальше не поднимай, просто не делай. Я кто?
нужен группировочный. Я не вижу! Ты делай 4 раза, убирай, все, бери Михаила. Эй, это долго ты не сваться будешь, Андрей? Курсу убирай. Андрюха, быстрее переодеваемся. Представь, что это твой брат, он упал на спальню. Вот, покажи еще раз, дай. Все. Смотри, так, видишь, как он падает, собирается немножко. Сюда, Добрый. Пошли, пошли.
тебе осталось чуть-чуть. Хорошо, умница. Еще чуть-чуть осталось. Вот ты вот так стоишь. Наклони сюда. Хорошо, стоп. Смотрим. Так, младшая группа. Аич, ушли. Старшая туда. Андрей, Женя, Николай, Макс. Пожалуйста, сюда поставьте мне все маски. Один Макс туда, один туда и сюда. Сюда? По два человека. Первый, помогай, да. Аич, ставь сюда. А хорошо здесь у нас? Опа, осторожно ноги. Помоги ему сюда поставить. Наоборот, с другой стороны, с другой стороны. Вот, вот сюда ставь. Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Один мат сюда, один сюда. Давай. Хорошая сторона, да? Нет, разверни. Так, Николай сюда. Женя сюда. Марк сюда. Петя сюда, Андрей сюда. Значит, смотрите еще раз. Не переходите эту линию. Будьте аккуратны. Все, вы здесь разминаетесь. Я понимаю. Он не разминался, он не разминался. Можешь пока еще постучать, сейчас шевелю. Все, так. Все, вы разминаете самостоятельно, да? Или я могу постучить тренер сам. Так, здесь. Еще раз, вот за это где заходим. Да, мы там сюда выставим. Макс, поди, пожалуйста, перчат. Не бросай, не бросай. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ты садишься сюда. Уже по народу. Так, садишься. Так, иди сюда. Все, пожалуйста. Да, все надо, правда? Да, да, да. Да, да, да. Да, иди сюда. Иди сюда. Рукари, где находишь? Где находишь? Назад. Ты, до, она до рукари. Пошли. Так, вы вдвоем сюда. Мы вдвоем сюда. Заднюю подошву. Заднюю подошву. Право-влево. Право-влево. Другой меняемся. Другой меняемся. Так. Идите сюда вдвоем. Вот у нас. Так. Я тебе прошу не разговаривать. Я тоже. Значит так. Заднюю подошву. То, что мы делаем. Вот. Видишь? Вы не очень ярко. И бросал. И я не могу запомнить, пускай. Сзади есть подножка, и закрутила. Тебе не мешает, мама. Андрей,
Ну, кто красиво сделает, нет.
Отлично, Андрей. Андрей, молодец. Не упала, отлично. Помоги руками, помоги руками. На шею встать, а на плечо встать. Патро!
Ниже, вот сюда встань, смотри, Коля, на локоть встань. Тише, быстрее. Давай, 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 встань. Шапка. Шапка. Давай, давай. Шапка. Давай. Давай, давай, давай! Шоу! Андрей, почему все выполняют субтитры? Девчонки! Ой, ой, ой! Ай, стоп, 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 Патрус Лизечек! Патрус Лизечек! Через сколько вы делать будете? 50 сделали, по 50, все! Потом нужно по 10 бросков сделать и будете! Пошли! Шанса! Шанса! Пошли! 17! 18! Ноги шире! 19! 20! Еще страшно! Поменяли! Еще 10 раз каждый! Внимание! Uno! Dois! Эй, банан.
на ногу. Легли на спину. Легли на спину. Мысленно делаем два, не спим, 20 раз делаем пресс мысленно. Мысленно. А мы наблюдаем мысленно. Только в голове делаем. Только в голове. Кого мозгов нет, делает так, как обычно. Андрей, ты не плохо делаешь мысленно. У меня нет мозгов. Знаешь, когда мозгов нет, там не слушаешь? Да, так хорошо, если бы у меня не было, а мне такое-то нет вообще. Хорошо, давайте так. Значит, мы делаем пресс. Смотрите, кто хочет делать чищу, кто хочет свечи, кто хочет чистую здесь. Или же, готовы? Аджан, пошли. Уну. Давай. Три. Патру, чинч, шаса, шаса, оп, ноу, дичи, уро, давай, три, я не знаю, что ты качаешь, патру, чинч. Так, легли на живот. Один раз уже можно. Не трогай голову. Сеня, а ты сегодня будешь помогать? Еще раз спрашивай, что ты спросила, Сеня? Приз. А, приз? Я говорю, будет приз. Давайте, что, за что я вам должен? За то, что мы будем молчать. Давайте каждый помогает. Ну, я думаю, что мы проиграли. Нет. Будете молчать? Ты уже проиграл. Ты уже проиграл. Ты уже проиграл. Так, не хотели играть, пожалуйста, не говорить. А, ну хорошо, у меня на следующей тренировке, кто будет молчать, в конце приз не дадут. Не дадите. Зачем ты вообще молчать? Ну да, это у кого сколько? Мне здоров хватает. Так, встали. Далее, любимое упражнение. Любимое упражнение Андрея. А что ты? Взяли за руки. Взяли за руки. Так, чинчой. Чинчой, если плохо, будет здесь чего. Плохо, будь чистый. Все вместе приседаем. Чинчой. Внимание. Аджина. Уно. Стоп. Я говорю, уно ты не приседаешь. Значит, вместо пяти дам 10 раз. Понимаешь? Не надо, не надо. Сейчас она могла не понять, поэтому я объяснил. Сейчас чинчой. Приготовились. Уно. Дой. Три. Патру. Чинч и страховка назад. Молодцы. Встали. Вешаете. И вот здесь строите. Я считаю до 15. Вика домой. Руслана домой. Михаила домой. Остальные повесили куртки. И вот здесь. Это вы. Собственно, домой. Повесили кимоно. Лапуе. Кимоно лапуе. И вот здесь построите. Вместе с вешалкой и кимоно. Возьми, да, я хочу посмотреть, как ты повесил. Вешалку и кимоно. Вот. А, где ты, шпилка? Где кимоно? Покажи мне. Кимоно, вместе с кимоно подходит. Зеленый. Андрей, ко мне. Я могу.
Да, будет. Так.